Декабрь не радует снегопадами, но с этим досадным погодным упущением на Черневской горке помогает справиться техника. Зима пока без осадков, но зато с морозами, пусть и небольшими. Этого достаточно для работы снежных пушек, которые уже несколько суток готовят горнолыжный комплекс к сезону. Минимально хотя бы сантиметров 30 нужно иметь на всей площади. Для этого мы сначала, соответственно, так как у нас точечная засыпка, да, то есть мы делаем сначала сугробы, а потом с помощью нашего ротрака эти сугробы уже растаскиваем, уплотняем. Ну и после этого уже полотно готово. Ну, как минимум 10 дней подготовка к сезону требует. Запустить первые два склона, так называемый лягушатник для малышей и центральный 250-метровый, в комплексе обещают уже в эти выходные. Покататься смогут не только лыжники, но и любители тюбинга, в народе катания на ватрушках. Семья Тимошевых, похоже, в числе первых, кто собирается бороздить местные снежные трассы. Горка хорошая, будем сюда приходить. Сегодня пришли посмотреть, сколько снега уже насыпали, для того, чтобы дети могли кататься, и посмотреть, как для взрослых сделают. Активно горнолыжный комплекс на Черневской горке после своего возрождения работает четвертый год. Три из них здесь действует спортивная школа. Тренеры обучают ребятишек от 3,5 лет. Со взрослыми работают инструкторы. Проводятся веселые старты для юных спортсменов и семейные соревнования. В комплексе также предусмотрен прокат спортивного инвентаря и дополнительный сервис в виде подъемника.